Но смерть такая штука. Иногда человек умирает. Кто-то 90 лет умирает, кто-то 30 лет. Был в Ташкенте такой случай. 37 лет женщине умерла. Ну, бывает, что делать? Жизнь. Он отдал, он забирает. Это у нас временная жизнь наша. Он забирает, вот умерла. Все собрались, родственники. Ой, что случилось? Сердце остановилось, сердце. Ой, как плохо. Трое детей, ой, как плохо. А как муж бедному, смотри, как он туда-сюда ходит. И назначили похороны. Ну, а у нас долго не держат. У русских там 3 дня держат, у нас нет, сразу туда. До свидания, сразу туда. Нет, вечером дело было, в общем, сказали на утро хоронить ее, а был декабрь месяц, холодно, снег у нас был. И представьте, 6 часов утра у нас назначили похороны, мужики бедные собрались, человек 100, несут ее на последний путь, а муж в тюбетейке, узбек, бедный так ходит, платочек так, впереди он ходит, должен он впереди, вот так он ходит, а эти холодно еще. Вот чем мне нравится Израиль, у вас дороги шикарные, я засыпаю каждый раз. Рома говорит, обид ты опять заснул. Потому что как колыбель, у вас гладкие. Ну, у нас в Ташкенте, у нас дороги такие, как будто вчера война была. Ям много, ну так вот. И вот зима, снег, не видно же, где ямы. И первые два мужика, которые несли тело женщины, оба попали в яму, па-та-па-та! И гроб упал. Ой-ой-ой, не волнуйтесь. Хорошо, что он упал. Потому что, оказывается, женщина не умерла. У нее была клиническая остановка сердца. Среди нас есть доктора? Есть? Доктора должны знать. Клиническая остановка сердца. Это сердце просто останавливается. Если будет удар, оно работает сразу. Зарабатывает, как мотор. Вот этот удар ей помог. Сердце заработало. То, что заработала, ладно, она поднялась, голову подняла, представляете? Это в ужас, в фильме нету такого. Она полуголая, поднимает голову. Ассаламу алейкум. Где это я? Что-то холодно. 5 мужиков на месте скончались. Инфаркт, миокард. Ну, брат, ну кто это увидел, если я рассказываю, мне страшно. Женское тело поднимается. Ассаламу алейкум. Что, голая? Короче, 5 человек там умерли, а эта выжила. Выжила? Вот какие вы живучие, а? Вот какие вы живучие. Она с этим мужем 17 лет прожила. 17 лет она еще жила. Через 17 лет все равно сердце один раз остановилось, оказывается, бесполезно. Она опять остановилась, но через 17 лет. История как-то повторяется, то же самое. Опять в декабре. Опять холодно. Ей повезло опять. И опять назначили на утро на 6 часов похороны. Те же мужики, но уже постарели, 17 лет прошло. Еще и хуже ходит, еле. Блин, смотри, а. Опять она в холоде умерла. Еле, все повторяется. Единственное, муж, который на первый раз вот так ходил, на второй раз вот так ходит и с фонарем. Он говорит, ребята, только не споткнитесь.